вечер, дорогие друзья, дорогие наши гости, а также коллеги, дети. Мы всех очень рады видеть в нашем теплом, уютном зале. И сегодня всех нас объединила одна и та же идея, одна и та же тема. Это творчество юной, совершенно юной, но талантливой нашей Дианы. И мы очень-очень рады видеть вас всех здесь. Ну, я не буду долго говорить, а просто скажу, что для вас поет лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов, участница проекта «Голос. Дети. 4», обладательница приза зрительских симпатий детской новой волны 2018 и, наконец, победителя телепроекта на канале НТВ «Ты супер» Диана Анкудинова. Встречайте! Со мной здесь мои друзья, и я не смыслю в этом мире родины другой. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой, просто Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой в добрый путь. Я тебя не выбирала так, случилось быть добру и не бывать в беде. Родина моя, всем нам на милость, долгих и счастливых лет тебе. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой, просто будь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой в добрый путь. Милая моя,
Здравствуйте. Уважаемые друзья, в нашем зале присутствует заместитель главы администрации городского округа Тольятти Банова Юлия Ефимовна. Мы ее приглашаем на нашу сцену. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня такая очень теплая атмосфера, которую создала сама Диана. На самом деле мы с вами свидетели по-настоящему исторических событий, потому что на небосклоне России зажглась уже не звездочка, а звезда, которая имеет отношение к нашему замечательному городу, который любит свой город, который здесь растет, еще растет, и который всегда в сердце Дианы. Я думаю, что наши аплодисменты, аплодисменты наше сердце, наша душа, мы сейчас это почувствовали, когда Диана пела, всегда будет с тобой, всегда будет вместе. Давайте подарим ей аплодисменты. Спасибо огромное. Диан, я хочу сказать тебе, сейчас подарок подарю, потом продолжу этот подарок. Передал тебе глава городского округа Тольятти Сергей Александрович Анташев. Мы все, и Сергей Александрович, и все, кто тебя слышит, твои истинные поклонники. Вчера мы тебя слушали вместе на открытии Центра российского кино. До этого мы тебя слушали, когда мы вместе открывали новую площадку отдыха людей, бульвар космонавтов. И вот очень важно, что ты живешь в городе. Ты появляешься там, где много горожан. Ты появляешься там, где происходят события. Ты и город – совершенно неразделимые понятия. Поэтому пусть тебе этот подарок всегда будет напоминать о нас. Спасибо тебе большое, мы отдадим, да? Возьмите, да, пожалуйста. Я хочу сказать, что очень важно, Диана, такое слово, как память. Всегда помни, где бы ты ни выступал, на какой бы сцене, а у тебя впереди яркие события, большие сцены, тебя ждет успех. И мы все в этом уверены, уверен весь город Тольятти. Всегда помни, что с тобой всегда мы, всегда рядом с тобой замечательная мама. Я хочу вас попросить подарить аплодисменты Ирине Александровне, которую мы видим всегда рядом с Дианой. Это твоя сила, это твой стержень. Помни, что вот эти стены детского дома культуры были тем стартом, той стартовой площадкой, с которой ты стартуешь в яркое большое будущее. И Валентина Александровна Морозова, директор детского дома культуры, и Светлана Александровна Лов всегда с тобой и вместе. Спасибо большое вам за это. Ну что, звезда, стартуй, сверкай, а мы будем тобой любоваться. Спасибо. Спасибо огромное за такие теплые слова. Мне, правда, очень приятно. Рада каждого сегодня здесь видеть. Очень много знакомых. И знаете, мне кажется, что я знаю вас всех, потому что настолько тепло сердец передается, что даже не знаю, как это объяснить, но я, правда, люблю свой город и благодарна вам за то, что вы поддерживаете меня всегда и везде. Огромное вам спасибо. А мы начинаем наш концерт, и следующая композиция, моя любимейшая песня, песни исполнительницы Эдит Пиаф. Нет, я ни о чем не жалею, но он же не регретарьян. Ne t'obéir qu'on m'appelle Ne t'en mal Tout ça me vient des corps Non, rien de rien Non, je ne regrette rien C'est bien J'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs.
je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'appelle, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, ça commence avec toi. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Ой, так концерт еще не заканчивается. Ой, сейчас, сейчас я всех, всех, всех приму, так сказать. Огромное спасибо. Как они вкусно пахнут. Друзья, знаете, мне кажется, что мы все с вами любим мечтать. Кто любит мечтать? И знаете, мечтать — это не вредно, как говорят. Мне кажется, это правильно, потому что я всю жизнь свою мечтала. Я, конечно, мало еще прожила. Там многие говорят, что «Ой, так говорит, как будто ей 30 лет, там, не знаю, или 90». Вот. Но всегда мечтала, вот сколько себя помню. И все мои мечты воплощались в реальность. И, то есть они все сбывались. И я, конечно же, не останавливаюсь, загадываю все новые и новые желания. И не просто сижу на диване, думая, что они исполнятся, а я делаю все для того, чтобы они исполнились. И желаю и вам того же. И поэтому следующая композиция «Я бы хотела нарисовать мечту». Нарисуем ее вместе. Гармонию на лету. Я бы хотела нарисовать полет, ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты. Но красок нет, чтоб возвратить рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить «прощай». Я бы хотела время нарисовать, чтобы навек улыбнуться, твою поймать, чтобы навечно красок застывший свет в рамке окна оставил твой силуэт. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утра мечты. Но красок нет, чтоб возвратить рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить «прощай».
утрат мечты, но красок нет, чтоб возвратить рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить прощай, не говорить прощай. Не говорить прощай. Не говорить прощай. Спасибо огромное. Очень многие мои зрители, мои фанаты, люди, которые следят за моим творчеством, многие просят спеть в сольных концертах эту песню, которая сейчас как раз-таки и прозвучит. И эта песня с проекта «Ты супер», с полуфинала. Спасибо. И она мне очень нравится, и она на русском языке, что тоже очень многим нравится. Я, на самом деле, патриотка своей страны, и, наверное, это можно было заметить благодаря тому, что я первую из песен спела про Россию, потому что матушка Россия, правда, ее никем, ничем не заменить, и я никогда отсюда не уеду, куда бы меня ни звали, за сколько бы меня ни звали, я никогда не предам свою страну. Она мне очень нравится, и, пожалуйста, любите нашу страну. Сейчас прозвучит песня «Реченька». Ты река, моя реченька. Ты течешь. Ты течешь,
Аплодисментами. Огромное вам спасибо, правда. Огромное спасибо. Прям вот. Я правда такого зала еще не видела. Конечно, я выступала перед огромными, не знаю, зрителями, перед многими зрителями, но знаете, у нас хоть и маленький зал, но такой мощный. Ух. У меня, правда, сердце сейчас стучит, и я очень взволнована. Ну, и знаете, так я скоро вернусь. Итак, на сцене Диана Анкудинова. И снова здравствуйте. Сейчас прозвучит песня, тоже на иностранном языке. Не судите меня строго. Это всеми любимая песня, это композиция «Бесаме мучо». «Бесаме, бесаме мучо, como si fuera esta noche la última vez». Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte, perderte, disfrutar.
después. Ya tengo miedo tenerte, perderte después. Ya tengo miedo tenerte y perderte después. Спасибо большое. Ой, как сложно. Будет... Следующая песня тоже с проекта «Ты супер». И она покорила миллионы сердец. И когда я когда-то вот утром на проекте так встала, посмотрела, сколько у меня просмотров, и ну вот как я смогла почитать, более 60 миллионов уже. Меня это так взбудоражило. Во-первых, я была в шоке, но в то же время я была настолько позитивная, мне просто вот радость прям заиграла в мозгу, и я так... А мне же, получается, нужно не подвести этих людей. И знаете, я всегда стараюсь, всегда пытаюсь сделать так, чтобы вам было комфортно сидеть сейчас в зале, и... Вот этот концерт, который сейчас, это первый мой концерт, на котором я волнуюсь. Кто-то скажет, что ненормально, что я там не волнуюсь, но просто с детства меня приучили к сцене. Сцена — это мой второй дом. И мне кажется, когда у меня будет какая-то безвыходная ситуация, то сцена мне всегда поможет. И так же, как и вы, мои дорогие зрители. И эта композиция под названием «Dernier Dance». Sous ce chemin, sous absence.
J'ai beau trimer sans toi ma vie n'est qu'un décor qui est privé d'une sincère. Je rêve le ciel les jours, les nuits. Je donne ses mains plutôt à la pluie. Un fou d'amour après tout bien et j'ai donné. Tout revient de là, dans tout Paris. Je m'abandonne et je me vole, 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 vole. Dans ces douces phrases, j'ai pire toutes les offenses. Écoute comment gré tu m'as fait. Je suis une femme du monde. Je rentre le ciel, les jours, la nuit. Je donne sa vergle pour la vie. Un peu d'amour après tout mien. Et je danse, danse, danse. Огромное спасибо. Спасибо. Наполнено настолько, что... Вы заметили какое-то различие между Дернер Данс и Супер, между Дернер Данс в нынешнее время? Да. Я тоже его заметила. Мне приходится ходить назад. Я не хочу от вас уходить, правда. И следующая композиция, она будет уже повеселее, там надо будет потанцевать. И, ну, просто я думаю, что... Не каждому интересно, ну, прийти на концерт артиста и слушать они вот такие вот песни. Вот такие вот, когда звезд потекет. Ну, для меня это параллельно интересно, я решила разобрать свой репертуар, выучила очень такую задорненькую, веселую песню под названием «Папа, мама, а студио». Может, просто очень повезло, но каждый.
кажется, что я нашла его. Я хочу сказать в который раз, что причина он моя улыбка на губах. Знаю, что сейчас на небесах, видите любовь в моих глазах. Внутри ты, я так невероятна, и без слов понятно, я люблю тебя. Лишь мы вдвоем понять могли все тайны неба и земли. Надеюсь, что я все-таки разнообразила наш концерт. А можно я еще тоже разноображу наш концерт? И очень много у нас сегодня людей, которые хотят выразить слова благодарности, может быть, поздравить, может быть, вручить какие-то подарки. И сейчас на сцену я хочу пригласить председателя по культуре Общественной палаты Колосова Владимира Аркадьевича. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это вам эти белые розы. Спасибо огромное. Вы также красивы и созвучны, как вот эти белые розы. Удивительный, конечно, красивый, душевный праздник идет сейчас на этой сцене, наполнен красотой и энергией вашего голоса. Сижу и думаю, вот как удивительно совмещается в этом человеке детскость и взрослость уже с глубиной такой, большой глубиной души и удивительно патриотической. Любовь к Отечеству, к Родине, о чем говорит Диана, мне кажется, это очень важное. И к городу, где она, безусловно, оставит навсегда свое сердце. И к своему педагогу Светлане Вовк, и к своему коллективу, и к своему руководителю Валентине Александровне Морозовой. Безусловно, город Тольятти – это город удивительно талантливых людей, особенно детей сегодня, которые прославляют наш город Тольятти. Диана, у тебя впереди большая и серьезная, и сложная дорога. И, конечно же, мы, почитатели сегодня, все, кто находится в этом зале, кого нет, те 60 миллионов, а их, наверное, больше почитателей твоего таланта, сегодня будут следить за твоим творчеством, переживать за тебя. И мы желаем, чтобы ты прошла вот этот путь, серьезный свой путь жизненный, стала, но сегодня ты уже звезда.
Но мегазвездой, будь мегазвездой, и мы будем радоваться за тебя, за то, что ты есть, за то, что украшаешь и Россию нашу, и просто радуешь нас. Поэтому огромное спасибо тебе, всему коллективу от Общественной палаты городского округа Тольятти. Счастья и удачи на творческом жизненном пути. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. А сейчас немножечко латины. Rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean has a shore, hold me floor, sway me more, like a flower bending in the breeze, bow with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. As your dances might be on the floor, but my heart will see your Lego, holding your hands a magic technique. Well, this way I go be. I can hear the sound. Счастливое детство! Полянка! Thank you.
Ну, немножечко маленькое лирическое отступление. В начале концерта я забыла назвать еще одно достижение Дианы. В прошлом году она завоевала золотую медаль на Всероссийских дельфийских играх в городе Екатеринбурге. Точно так же, как наш замечательный коллектив, который мы сейчас наблюдали, «Счастливое детство», тоже привезли золотую медаль. От Самарской области мы из 4 золотых медалей 2 привезли именно в город Тольятти, именно в наш детский дом культуры. Конечно же, совершая поездки в разные города, участвуя на различных всероссийских международных конкурсах, конечно же, нам оказывали поддержку финансовую, потому что мы бы сами не смогли это все осилить. И мне бы сейчас хотелось поблагодарить вот здесь со сцены благотворительный фонд «Духовное наследие» имени Сергея Федоровича Жилкина. Очень нам помогают. Спасибо вам большое. Благотворительный фонд поддержки учителей «Дельта Н». Тоже спасибо огромное. Нашего дорогого, любимого директора, нашего ДДК Морозову Александровну. Все делает для того, чтобы все наши эти поездки состоялись. И сейчас этот блок Диана начнет с песни, которую она представляла на проекте «Голос. Дети. 4. Йодель». Познакомим вас немножко с тирольским пением. Огромное вам спасибо. Я молодец только благодаря вам и всем людям, которые принимали участие в развитии моего творчества. Знаете, как вы могли заметить, я пою в разных жанрах и стилях. Ну, только что можно было это увидеть. И знаете, сейчас я бы хотела представить песню в стиле рок. Для меня это, конечно, новинка, но жду вашей оценки и надеюсь, что вам понравится. Эта песня «История».
разрешают жить. Больно только тем, кто боится умереть. Но если ты слабак, возьми себя в кулак и не проси. И не проси. И я пишу свою историю. Собаки лают, а мне здорово. И постоянно пахнет порохом молва. На небе все давно устроено. Один и в поле будет воином. И я пишу свою историю сама. А когда придут, за тобой придут, ты встреть. Облаком зайдет в небеса и будет бить. Но если суждено, погибни как герой. Но не проси. Но не проси. И я пишу свою историю. Собаки лают, а мне здорово. И постоянно пахнет порохом молва. На небе все давно устроено. Один и в поле будет воином. И я пишу свою историю сама. Но я пишу свою историю. Собаки лают, а мне здорово. И постоянно пахнет порохом молва. На небе все давно устроено. Один в поле будет воином. И я пишу свою историю сама. 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 Вы знаете, я очень люблю французский язык и вообще все, что связано с Францией. Одно из моих желаний, конечно же, побывать в Париже, увидеть эту красоту, Эйфелеву башню, господи. У меня прям вот сердце начинает стучать, когда я про это говорю. И следующая композиция будет тоже моя самая любимая, потому что она звучит на французском языке. Это песня «Tombe la neige». Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de voir Sorcier au cortège Tout en l'air me blanche L'oiseau sur la branche Pleure la sorte qui lèche Tout ne viendra pas ce soir Nos cris, mon désespoir Mais tombe la neige Impassible au manège Le La la la, la la la
viendo pasos más. Tumbe la neige, tout blanc de désespoir. Triste sortitude, la foi et l'absence, c'est de Dieu silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Mon cri, mon désespoir, mais tombe la neige, impossible manège. Mais tombe la neige, impossible manège. La 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 la. Вновь мы хотим пригласить на сцену гостей, представителей благотворительного фонда «Небезразлично» Суслову и Лену Владимировну. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Дорогая Диана, от лица благотворительного фонда «Небезразлично» от лица Общественного совета женщин при городе Тольятти огромная тебе благодарность за то, я, может, по-простому скажу. Диана приняла участие в открытии на бульваре Космонавтики аллеи космонавтов. И история такая была очень замечательная, чуткая и трогательная, простая. Она просто с поезда сразу приехала и сразу включилась, ворвалась в ту массу людей, которая была, и всех взорвала своим талантом, своей схрометностью, своей улыбкой. И ей огромное-огромное за это большущее спасибо. И хочется сказать, что, Диана, я думаю, не только твой талант, но и твоя отзывчивость и доброта собрала сегодня вот этот весь зал. Вот все тебя уважают. Спасибо большое. Спасибо. И, дорогие друзья, я воспользуюсь моментом, что у меня есть микрофон. Хотели, я думаю, все сказать. Конечно же, тебе добрый путь, большой ярких побед, и наша любовь будет тебе сопутствовать. Дорогие друзья, все вместе. Диана! 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 Поддерживайте! Диана! Добрый путь! Огромное спасибо. Спасибо. Сейчас прозвучит песня с проекта «Ты супер» со второго тура, с четвертьфинала. Песня «This is my world». Take out those roads, man made a dream.
chain out of the dark. Remember the blood for the water. Like no matter I, this is a man's world. But it would be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Baby girls and a baby boys, man, let them happy, God makes a noise. Enough to make his man everything, everything he can. You know that man makes money to buy from all the men. The man's world, but it would be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Спасибо большое. Спасибо. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. И вновь встречается на сцене заслуженный коллектив народного творчества России, образцовый ансамбль танца «Счастливое детство». Скажет, замирает, а Любка за косеться, но чувствует обман. Но! Эй, ой, Любка, стой, не плавай, мой сын не одной. Полюби, отцов, легче за весной. Плечом поведу и глазами подведу, но покачаю головой, он на веке мой. А земля калаваша речи говорила про ножку в лесочку и про любых слова. Да, а Любка за косеться, скажем, забила, забыла все на свете, шальная голова. Ну! Эй, стой, не простой, не палуй, мой сын не дой. Полюбила красотова, если за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он на веки мой. Ай, на зеленой траке, на желтый, как песочку, до самого рассвета гуляли мы с тобой. Сияли звезды ярко во мраке синей ночи, мы стажем любовались приятной луной. Аплодисменты замечательному танцевальному коллективу «Счастливое детство». Руководитель Морозова Марина Геннадьевна, педагоги Бондарева Ирина Александровна, Сакерин Александр Сергеевич. Спасибо, ребята. И вновь на сцене Диана Анкудинова.
друзья, сейчас прозвучит песня, премьера моей авторской песни совместно с американским композитором Адамом Ферелло. Это песня «Vibes». Если кто-то не знает английского, мне кажется, многие... Просто я сама по себе не знаю английский, поэтому... И эта песня вообще про позитив, что нужно отставить все дела на потом и жить сейчасшними минутами, сейчасшим днем. И вообще «Vibes» переводится как «вибрация». И там есть такая фраза «Forever young». Я ее в конце как раз всегда пою. Это как изюминка, и она переводится как «вечно молодые». Поэтому давайте с вами будем вечно молодыми.
кажется, для первой авторской песни неплохо. Ну, мне так кажется. Огромное спасибо. Друзья, ну и еще я хочу пригласить на сцену еще одних гостей. Я думаю, что сегодняшний вечер не будет для вас таким, может быть, сильно нудным. Но сюда пришли действительно такие родственные души. И вы знаете, Диана обучалась не только вокалу, своей музыкальности. Она как бы обязана вот именно полному музыкальному образованию, которое она получила в музыкальной школе. И сегодня у нас в зале присутствует директор музыкальной школы Скрипачева Ирина Александровна, школы искусств Центрального района, и педагог по фортепиано Дианы, ой, извините, Бурмутаева Ольга Геннадьевна. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Кто будет возражать о том, что Россия не великая страна, и страна велика, а страна великой культуры, если она может давать нам такие природные таланты, несмотря ни на что и вопреки всему? Диана сегодня говорила о мечте. Конечно, у каждого исполнителя есть самая заветная мечта. И я думаю, я сейчас Диана угадаю, какая она. Я желаю тебе такого композитора и такой песни, которую ты споешь, и тебя узнает весь мир. И будут говорить, это поет Диана из России. А мы с вами будем аплодировать ей и говорить о том, что это наша Диана из Тольятти. Пусть этот композитор будет русским, французам, немцам, американцам, неважно. Но та песня, которую ты еще споешь, и если судьба, а я уверена в том, что судьба и какой-нибудь композитор тебе ее непременно подарит. Итак, за ту самую-самую лучшую песню, которую ты еще споешь. Ну и самое главное, береги тот самый талисман, который мы тебе подарили вместе с дипломом об окончании школы искусств. Потому что ты все-таки у нас дипломированный специалист. Ты у нас не самодеятельная певица. И сейчас я с большим удовольствием передаю слово преподавателю по фортепиано. Кстати, я хочу отметить, что, будучи на экзаменах, на зачетах, Диана всегда отличалась своей яркостью, своей неповторимостью. Ну, от всех других. Это уже было как-то заранее предначертано, что она какая-то не такая, как все. Это на самом деле сбылось и осуществилось. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я хочу сказать, что немало уже работаю в сфере музыкального образования, но, пожалуй, Диана – это моя ученица, которой я более всего горжусь и больше всего рада за нее, невзирая на то, что девочка себя раскрыла не в области фортепиано, а в области вокального искусства. Дианочка милая, я очень рада была сегодня присутствовать на этом концерте. Ты подарила море замечательных эмоций, показала всю свою многогранность, многоликость. И я хочу пожелать тебе, чтобы ты непременно росла, развивалась, наполняла себя духовностью, наполняла себя новыми знаниями, поскольку творчество без знаний невозможно. Будь моя хорошая, здоровая, будь успешна и, конечно, будь счастлива. Спасибо. Спасибо огромное, было очень рада вас здесь видеть. Если бы знала, я бы подарки тоже приготовила. Мы стукнулись микрофонами. Друзья, сейчас прозвучит композиция из репертуара исполнительницы, американской исполнительницы Шер. Очень многие говорят, что мой голос похож на ее голос, я решила выучить одну из ее песен. I need your sympathy.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You never change for no one. I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And what she wanted, what she wanted. 'Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough. For you, I've been yours. I could write the book. You don't wanna hear about it. I've been losing sleep. You've been going cheap. She ain't worth for me, it's true. No, I'm telling you, 'cause I'm strong. Пожалуйста, мне правда очень жалко с вами расставаться, потому что, ну, это, наверное, самый позитивный концерт, который был когда-либо. Огромное вам спасибо. Ну, и на правах хозяев, наверное, я сейчас возьму слово. И я хотела бы, пользуясь случаем, ну, просто у нас обычно на отчетном концерте нашей студии мы вручаем тоже свидетельство об окончании ребятам, которые заканчивают. Но Диана не была по всем известной причине, по участию в проекте. Ты супер, да, тогда была? Да. Вот. И свидетельство об окончании образцовой вокальной студии я хотела бы пригласить директора нашего детского замечательного дома культуры Морозову Валентину Александровну, хозяйку нашего замечательного дома. Вот именно, нам предлагали уже назваться дворцом, но мы все считаем, что это дом. Мы сюда приходим как в свой родной дом. Второй дом. Пожалуйста. Дорогие зрители, дорогая наша Диана, мы совсем недавно, а может быть и очень давно, привели сюда девочку Ирину Анатольевну совсем, ну, еще юной девочкой. И тогда уже Светлана Ивановна сказала, что это талант. Девочка цвела, выросла и стала звездой. Я хочу, Диана, тебе пожелать, чтобы ты дальше светила, расцветала, разгоралась и радовала всех нас своим творчеством. А детский дом культуры ты никогда-никогда не забывала.
И желаем тебе огромного-огромного счастья. Нам очень повезло, что эта девочка, ну, состоялась у нас. Получила золотой медаль, попала на голос, потом стала участницей, победителем, ты супер. Но сегодня, Диана, я тебе вручаю это свидетельство, помни о нас. Будь счастлива. Спасибо огромное. Спасибо. А цветы мы хотим вручить милой мамочке Ирине Анатольевне, которая всегда сопровождала свою доченьку. Спасибо. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, ребята, огромное спасибо Светлане Иване Вов, которая воспитала уже большое количество талантливых детей. Два золотых медалиста всероссийских дельфийских игр. И только по случайности, когда Министерство культуры не сформировало группу на международные дельфийские игры, я думала, что мы и там золото возьмем, да, ведь? Но не получилось. Поэтому, Светлана Ивановна, огромное вам спасибо за тот талант. Звездочки улетают, а педагоги остаются и куют свои звезды дальше. Извините, я бы хотела сейчас еще Валентину Александровну это остановитесь. Валентина Александровна, вернитесь. Я бы очень хотела тоже вас отблагодарить, Светлана Ивановна, за то, что вы подарили мне тепло, за то, что вы поняли меня, вы всегда знали, что мне нужно, как мне нужно. И не плачьте, пожалуйста. За это я хочу вас отблагодарить. А вы, Валентина Александровна, вы тоже всегда меня поддерживали, вы всегда улыбались. И огромное спасибо за этот позитив, который вы дарите каждую минуту, даже сейчас. И я хотела бы тоже от всей нашей семьи, от всех студийцев вас всех поблагодарить и подарить такой скромный подарочек. Вы правда педагог, которого я еще нигде не встречала. Я поменяла очень много школ локальных, и вы именно то место, где мне хочется всегда становиться и хочется заниматься и трудиться. Потому что я знаю, что меня всегда здесь ждут. Огромное спасибо вам. Еще раз огромное спасибо. Уже в сентябре Дианка будет радовать в Кремле новых зрителей. Поэтому поблагодарим и пожелаем ей удачи. Огромное спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Немножечко я забываю, что цветочка. Огромное спасибо всем. Друзья, сейчас, к сожалению, к огромному сожалению, прозвучит финальная песня этого нашего светлого концерта. Эта песня тоже в рок-стиле, но она мне очень нравится. Песня исполнительницы Ольги Кормухиной «Нас учили быть птицами». Высокими, гордыми. Птицы
летящими за море, чтобы вернуться и заново в клюве, как созвездие спицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами. Помнишь, нас учили жить с песнями. Как нам не сиделось за партами. Мы бежали в рай наш туда, где под лестницей маялась гитара инфарктами. И не поняли, не открыли мы, трогая ресницы ресницами, что уже тогда были с крыльями. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Нас учили быть птицами. Гордыми птицами с волшебными лицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Нас учили быть птицами. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были со мной, были с нами. И я всегда буду приезжать в наш город, никогда не забуду и всегда вас люблю. Спасибо большое. Всем спасибо. Сейчас внизу будет фотосессия, и я буду давать автографы. Огромное спасибо.